ровно там сколько, полтора года назад, они преспокойнейше проголосовали за закон о внесении изменений в закон о прокуратуре, когда выбирали некого Ерему. Помните, там был стаж работы в органах прокуратуры. Это отменили. Под него уменьшили, по-моему, этот стаж. Отменили. Да? Нет, Ерема же не работал в органах прокуратуры. Он же не работал. Он имел юридичный стаж. Это поменяли. Теперь следующий вопрос. Насчет юридического образования. Вот. Хотел бы сказать, вот когда вся страна восхищалась земля ему пухом, Кахи Бенкидзе, он по образованию биолог. Он почему-то никого не... Лаборант. Вся страна эту неделю плакала, провожая Экус Гуладзе, которая закончила школу в Оклахоме. Наш Бердичев — это столица по сравнению с Оклахомой. Просто столица. В Оклахоме и факультет журналистики. Видный реформатор, но понимаете, я не был в Бердичеве, привезенный не из Грузии, которого мы привезли. И вся страна восхищалась. Эко, что ж ты еще нам прореформируешь? Все ей гордились. А тут как же у Луценко нет юридического образования? 5 лет человек был министром внутренних дел. В подчинении министерства десяток вузов. Что ж ты, Юра, не купил диплом, как у нас поступают все? Ну что ж ты это не сделал? Дайте продолжить. Дайте продолжить. Юрий Витальевич, один из немногих, только 2 человека я знаю в этой стране, которые встали, извините меня, пожалуйста, не ходили под себя в суде. Не пускали слюну под себя в струне, в суде, а защищали страну. И пошли сидеть за эту страну. И сегодня, Юрий Витальевич, я не хочу быть его адвокатом, у меня свои отношения с Юрием Витальевичем. Но у Юрия Витальевича, в отличие от всех собравшихся, ему бояться нечего.